Всем добрый вечер. Сейчас 17 часов. По телевизору идут 5-часовые новости. 17:00. Сегодня у нас 12 число. Но я уже календарь на 13 подвинула. А завтра 13 пятница. Так, завтра... Нифига себе, пятница 13. Еще черная пятница, да? Скидки будут везде на все. Я сегодня тоже считаю, что неплохо сходила в магазин. По скидкам там кое-что взяла. Так. Здесь у меня в мультиварке варится пшенка. Хотела картошку пожарить. У меня сковородка большая одна. И она занята. У меня здесь жарится курица. Надеюсь, не сгорит. Я тут немножко убавила. Добавила чесночка. Так. Посмотрим, что у нас там на улице. А на улице уже темно. Представляете, как рано темнеет? Где-то без 10:05 там уже начинает темнеть. Давайте в окно, что ли, выглянем. Не знаю, видите ли вы меня хотя бы в отражении в этом стекле. Я сегодня как на свои цветы не нарадуюсь. Такие красивые. Так, ну что, посмотрим, что там на улице делается. Ох, как бы не простудиться. Ребята, небо у меня потрясающее, красивое. Я не знаю, я понимаю, что небо есть везде, но у меня оно очень красивое. Я даже не знаю, чем-то вот... Вот сейчас небо такое темно-синее, с такими просветами. Не знаю, вот напоминает картину Айвазовского. Там шторм какой-нибудь, девятый вал. Вот если не смотреть, что если бы внизу было море, то вот как раз было бы так, была бы такая картина. Небо очень красивое. Ну, а здесь просто город. Хотела сказать, ночной город. Ну, какой ночной город, если время всего 5 часов? Но уже темно, да. Да, уже темно. Так, все, ребята, закрыла окно. Хотя бы потому, что я боюсь простудиться. Так. Сейчас я посмотрю, что у меня там курочка. Не горит ли она у меня? Немножко обжарится, и потом я ее накрою крышкой. В общем-то, можно уже накрыть. Я, наверное, так и сделаю. Только крышку я как раз возьму поменьше. Потому что если брать побольше, на ней вода образуется, от пара вода конденсируется. И боюсь, что это потом льется с крышки на плиту вода прям целыми лужами. Так, жариться будет еще. А, это у меня еще каша 20 минут будет вариться.
Ну, я тут немножко убавила, чтобы совсем не сгорело. Так, ребята, наверное, я лучше сяду, чтобы у меня тут ничего не тряслось. Закрыла дверь ванной, потому что у меня там стирается белье. Кстати, я убралась в квартире по-быстрому. И когда уже начала убираться, я поняла, что я недавно убиралась в квартире. Надо было этот штатив взять немножко другой, повыше. Ну ладно. Пусть будет этот. Теперь уже не будем ничего менять. Пусть будет так. Ой. Что еще вам рассказать, ребята? Завтра я работаю. Вот мои ручки. Ну, в принципе, с работы больше не звонили. А если не звонили, значит, я... Ну, в принципе, время до 6 еще есть время. Может быть, пришлют какую-нибудь смс-ку. Ну, в принципе, вообще по графику я завтра работаю. Причем у нас длинный день. Ну, там до 9 завтра музей наш. Вот, если ничего не поменяется, потому что по телевизору говорили, вот то ли с 13 числа, то ли с 15, ну, какие-то запрещены какие-то выставки в Москве. И вот исходя из этого, мне так кажется, у нас половина выставок закроют. В общем, какие-то закроют, а какие-то останутся. Судя по всему, закроются все маленькие выставки, временные, разовые. Останется только основная экспозиция. Ну и в новом здании, в старом, останется основная экспозиция. Но я не знаю, какой в этом смысл. Не совсем понятно, потому что на основную экспозицию тоже много народа ходит. То есть как-то не совсем понятно. Ну, может быть, экскурсии отменят. Лекции, может быть, отменят. Ну, в общем, посмотрим. В общем, пока непонятно, как мы там будем работать. Может быть, кто-то будет работать, кто-то нет. Ну, в общем, там, не знаю, непонятная ситуация. Ну, пока я пока работаю. А там видно будет. Пока нас пока не закрывают, пока работаем. А если закрывают, то наполовину. Может быть, половина сотрудников будет дома сидеть, половина работать. В общем, непонятно пока. В общем, не важно. Я пока работаю, а там посмотрим, как Бог даст. Вот такие дела, ребята. Вот поэтому я сейчас готовлю ужин, потому что завтра я буду на работе весь день. Ну, я надеюсь на это. Вот сейчас я сварю кашку. Пожарю курочку. Так, какая у меня там еще кашка есть? Нет, больше никакой. Нет, молочная только. В общем, возьму завтра с собой на обед курочку с кашкой. А на вечер, на ужин, не знаю, то есть на полдник, не знаю, что взять. Наверное, возьму хурму. Порежу ее в баночку. А что еще взять, не знаю. Я думаю, что мне этого хватит. Йогурты я перестала покупать на полдник, потому что они слишком сильно сладкие. Короче, если брать йогурт, то какой-нибудь без фруктов, чтобы поменьше сахара. Но это так трудно найти такой. Уж проще какой-нибудь йогурт нужен такой Активия, но без всяких там. Ну, с сольным еще можно там, семенами льна, так сказать, или просто активе без ничего. А с фруктами, ну, что
Что-то, мне кажется, там сахара немерено, не столько фруктов, сколько сахара. Поэтому сладкое с собой брать не хочется. Но йогурты у меня все закончились, а я не купила сегодня йогурты. Поэтому завтра с собой йогурт не беру. У меня есть, конечно, я купила кефир. Может быть, я бы взяла с собой кефирчика, вот эту хормку запить. Но мне его перелить некуда. Надо было хотя бы из-под йогурта одну баночку оставить и налить кефирчик с собой взять в нее, в эту банку. Но теперь уж не знаю, как быть. Ну, обойдусь без йогурта. В понедельник йогурт куплю. Теперь в магазин только в понедельник пойду, потому что в пятницу я работаю. Ну, завтра. А по выходным я не хожу по магазинам в субботу, воскресенье. Поэтому я в магазин только в понедельник пойду. Ну, перебьюсь, короче. Ну, чайку попью просто на работе. И хурму одну съем с собой, возьму, порежу. Я думаю, что этого мне будет достаточно. Чай сладкий попью и хурму съем. Не обязательно же есть там что-то такое мучное с хлебом, бутерброды там какие-то. Лучше фруктик какой-нибудь есть, там груша, банан, наполник, так сказать. А домой приеду, поужинаю. Все равно же ем что-то, даже если в 9 вечера приезжаю. В общем, ладно, ребята, я заканчиваю видео. Пойду посмотреть, что там, посмотрю, что там с моей курицей, а то еще сгорит нафиг. Так, кашка варится, еще минут 15. Здесь курочка жарится. Представляете, вот только я ее накрыла крышкой, и она сразу дала воду. Она уже не жарится, а тушится. Откуда столько воды и жира, непонятно. Ну ладно, пусть выпаривается. Все равно я еще минут 15 на кухне буду, потому что, по крайней мере, буду сюда заглядывать, чтобы у меня тут ничего не сгорело. Потом пойду видео выложу. Ну вот еще 15 минут, и я все это дело выключу. У меня будет ужин готов. Пойду, наверное, уже включу компьютер, посижу немножко за компом, отдохну, посмотрю новые видюшки, кто там что выложил. Завтра я весь день на работе. Вот. В субботу, наверное, в кино пойдем. Отдыхать будем, гулять. По мере возможности. В воскресенье я работаю. Короче, в эфир я, если смогу, выйду. Сейчас скажу, когда. Понедельник. Может, в понедельник, наверное, если смогу, выйду. Или в среду. В общем, всем пока.